Растянувшаяся на несколько сотен метров по улице Вальдемара очередь, переполненный гардероб. Такого Латвийский национальный художественный музей не видел даже в дни открытия самых громких выставок. За последние 10 дней перед закрытием храм искусства посетили более 15 тысяч человек. Посетители охотно вспоминали прошлое музея и делились с Микс ТВ своим видением его будущего. Нового что-то в плане интерьера, чтобы больше походило на музей мира. Эта фотография сделана в 55-м или 56-м году. Я там еще школьница. Мы тогда часто ходили в музеи и театры. Сейчас я это делаю реже, но на выставке «Майи Табаги» всегда хожу с удовольствием. Мы здесь уже третий раз делаем проект о картинах Вильхельма Пурвитиса. Музей такой красивый. Наверное, здесь ничего не нужно менять, просто все освежить. Мне очень понравился проект реконструкции. Открытая крыша, кафе. Если все это будет реализовано, будет здорово, как в Европе. Последний раз был здесь давно, лет 10 назад, но сегодня решил зайти. Все-таки момент исторический. Конечно, музею нужен ремонт и с внешней стороны, и там, где штукатурка отваливается. Будешь приходить? Да, буду. Буду приходить, потому что тут очень красивые картины. В один из дней перед закрытием посетил музей и вице-мэр Риги Андрис Америкс. Я сегодня лично пришел, вот купил билет, как такой реликвии того, что, наверное, когда в 2015 году, наверное, может, электронные билеты будут или что-то другое. Проект реконструкции музея, созданный двумя литовскими архитектурными бюро, предполагает множество симпатичных нововведений. В подвальном этаже будут обустроены 3 выставочных зала, в здании появится лифт. Для посещения будут открыты чердачные и купольные части музея. А в хорошую ясную погоду посетители смогут с крыши здания любоваться Ригой. Откроется и кафе в том месте, где сейчас находится кабинет директора музея Мары Ладце. Но главное, в музее наконец отремонтируют крышу, а то этой зимой некоторые картины пришлось срочно снимать из-за того, что по стенкам текла вода. Будут установлены и новые системы климат-контроля и вентиляции, обеспечивающие необходимую для картин температуру плюс 20 градусов. Общая стоимость реконструкции музея составит 24 миллиона латов. Ну, большие деньги, но часть этих денег 24 миллиона стоит вместе со всеми ПВНами ремонт. И 9,5 миллионов мы получили европейские фонды. В ближайшие 2 месяца сотрудникам музея предстоит непростая задача – упаковать и аккуратно перевести в хранилище всю его богатейшую коллекцию. Мы арендуем помещение в Риге, которое сейчас приспосабливается под наши нужды. И там полки, охрана усиливается и так далее. И мы будем перевести. Но это в Риге будет. Реконструкция Национального художественного музея должна завершиться в середине 2015 года. Но латвийское искусство со своими почитателями не прощается. Уже этим летом в музее «Рижская биржа» пройдет выставка, посвященная 175-летию знаменитого художника Юрииса Федерса. Юлия Михайловская, Карина Эванс, Влад Васильев, Андрей Елисеев. Специально для Микс ТВ.